Бутерброды со шпротами знают все. Существует множество вариаций на тему. Предлагаю свой рецепт хорошей праздничной закуски. Эти бутерброды подойдут на день рождения, Новый год или другой праздник. Перед вами простой рецепт приготовления бутербродов со шпротами и помидорами. Вместо свежих огурчиков я предпочитаю маринованные. Давно вошло в привычку брать на бутерброды обычный нарезной батон. Готовую закуску можно поставить в холодильник. Хорошего вам дня! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Батон обжариваем на растительном масле до красивой золотистой корочки с двух сторон. Чеснок натрите на терке и смешайте с майонезом. Помидоры промойте и порежьте колечками, огурчики порежьте тонкими ломтиками. Обжаренный батон смазываем майонезом, сверху выкладываем помидоры и огурцы. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Завершают композицию шпроты, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Батон, 10 ломтиков, майонез, по вкусу, огурцы, 10 штук, маринованные, помидоры, 2 штуки, шпроты, 1 штука, банка, масло растительное, по вкусу, чеснок, 4 зубчика, количество порций, 10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся.